Телеканал КРТ представляє. Воно небезпечніше, ніж СБУ. Для мозгу корисніше, ніж ПТУ. Великий вплив має, як НБУ. Про блогерів шоу. Дивись ТБУ. Вітаю вас, дорогі друзі, з вами програма ТБУ. Ми трошечки в такому новому форматі виходимо. Я дуже сподіваюся, що вам сподобається те, що сьогодні буде відбуватися в нашій блогерській студії. Як ви бачите, біля мене Михайло Кананович. Узнаваєма лічність. Дуже відома лічність. Дякую тобі, по-перше, що ти прийшов сьогодні. Ми, думаю, порозмовляємо з тобою. Спасибо, що пригласили. Давай одразу до справ, да, не будемо там розмусолювати це все. Звісно, у нас і так багато всього, що можна сказати. Да. Саме головне, що нещодавно відбулося, це Верховна Рада, Слуги народу вже прийняли закон, який чекали всі лудомани нашої країни. І особливо сім'ї, діти чекали всі, весь народ. Да, ми зараз будемо говорити про закон стосовно ігрових автоматів, тобто відкриття казино у нас очікується, тобто жінки, у яких чоловік просто бухав. Зараз будуть ще грати, грати. Ну, понятно. Все роблять для того, щоб улучшити життя пенсіонерам. Ну, взагалі, як ти ставишся? Отак, скажи так прямо. Ну, прямо, дуже негативно, це безумие, це сумасшествие, це, знаєте, горить дом, а ти ще там, не знаю, керосина подливаешь. Это все сделает сознательно, во-первых, чтобы народ меньше думал о каких-то политических темах, о ситуации. Пошел, поиграл, проиграл, думаешь теперь, как долги отдать, как на работу пойти, что-то сделать. Уже у тебя все, на телевизор ничего нету времени, земля горит на пропадом, в том числе. Но это не так погано, что на телебачении уже немає часу. Это, в принципе, плюс. В том числе, пошел какой-то крестьянин, проигрался. Так, что делать, где деньги взять, долги отдать? Надо землю продать по любой цене. Это все к этому идет. Что они думают? Вот так вот я так себе думаю. Власть. Вот Зеленский сидит со своими этими, с армией трясогузки своей и думает, как, ну, чтобы такого, как наполнить бюджет. И так вот посидели, думал, блин, игровые автоматы, почему бы и нет? Пенсионер пенсию получил, пенсия маленькая, 1700 гривен. Пошел в рулетку, бах, выиграл 2000, вот тебе, пожалуйста, покупай. Сердечные, все, добавка к пенсии, потом бюджет наполняется, наполняется. Хочешь, например, в спортлото сыграть, ну какой-то там, будут эти, они сейчас будут трендеть по телевизору Зеленский, а мы будем в спорт эти деньги направлять. Хочешь в покер поиграть, там же карты, семерки, шестерки, там считать нужно, вот тебе обучение, мы эти деньги направим в науку образования. Не какая-то дистанционная математика, да, а так приходишь, да, и реально, все, наполнение бюджета, это манна небесная, но тут же вопрос в чем? Открыть завод не могут, как при Союзе, там, предприятия гиганты, Антонов закроем, порежем, смотрите, что сейчас там. Резать? Там, в принципе, достаточно непогана площина, и если враховать, что там дозволяется 250 десь автоматов поставить, это как раз таке дуже гарне казино. 100%, потом говорят, вот смотрите, законы будут работать, они якобы ставят, как вот сейчас модно говорить, обозначают красными флажками линиями, за которые якобы переходить нельзя. Все люди, украинцы, прекрасно понимают, это бред сумасшедшего полный. Я в свое время, в 2008 году, работал администратором в зале игровых автоматов. Я прекрасно, это 7-8 год, вернее 8-9, я прекрасно знаю, что там творилось и как это все происходило, и как это все было. Скажи відверто, сумуешь за тими часами? Ну, вы знаете, в финансовом плане, может, и сумую, потому что, ну, с финансами, говорю честно, проблем не было. И то, что там говорили, там, вот мы будем ставить какие-то красные вот линии, о чем я говорил, там, не пускать там с 18 до 21. Ну, зараз, да, 21. Письменные заявления, если будут от родителей или родственников, пускать не будут. Я вам говорю, как человек, который скажу прошел ще, это бред. Самое главное, что приймати участь безпосередньо в якості инвестора, в якості гравця не можуть люди, які
є представниками країни-агресора. Як тобі таке? Як тобі такий підхід? Це космічний ідіотизм. Це просто на грані якогось безумія і дебілізму. Понимаете, но бред. Потом смотрите, что они делают. Нельзя, типа, игровые автоматы ставить, ну, там, если нету 50 каких-то, 100 и 50 номеров. Да любой хостел, это вот уже 50 номеров. Но это все, и будут и золото сдавать, и продавать, и кредиты в банках брать. Я живой этому свидетель. Игромания – это страшная вещь. Это очень страшная вещь, это на уровне с алкоголизмом, наркоманией. Потому что люди идут на преступления, на разводы, на убийства, на кражи, грабежи, они будут делать все. Черный ход никто не отменял, всегда будут черные ходы, через которые будут пускать. Поверьте мне, придет малолетка 16 лет, украдет у отца 5000 баксов, придет в игровой зал, в пушнину надо взлохматить. А чего и ты, все, его чего пустят, ты вважаешь, и он будет что делать, что хочет. Может, он навпаки, возьму батька 5. Ты просто негативно подходишь одразу до справы. Я реалистично. А принесет 50? Ну что сразу? Ну, давай будем нормально. 10 начнем. 10 принесет. 10 обратно. Все... И батька задоволенный. И розуміє, что он нормальную дитину виховує. Ну, как лохотрон. Лохотроне, как раньше делали. Тебе дадут, могут дать выиграть, конечно же. И лох, ну, как его называли еще со времен и Советского Союза, карточных... Если ему не 42. Да. Нет, тут возраст не имеет ограничений. Тут 42, 43, особенно если он зеленый лох, то это вдвойне. И, ну, дадут выиграть, а потом все равно тебя обчистят. Игровые автоматы, ну, смотрите, они говорят, будут полмиллиона или там 500, сколько там миллионов будут в бюджет. Потом, откуда эти деньги вообще? Ну это что, снег пошел, лопатой нагреб в корыто себе. И платить зарплаты, платить налоги, обслуживающий персонал, все сопутствующее. Из каких чертов эти деньги брать? Знаешь, у меня сейчас такая идея пришла. А может, мы не до конца правильно оцениваем безпосередньо эту ситуацию с этими автоматами и всем. Понимаешь, сейчас МВФ будет выдавать деякие гроши. Деякие гроши треба якось их, ну, відмити, виграти. А, ну да. Ми пам'ятаємо, як пан Ляшко в свій час якось двічі виграв. Може таке статися, що на власному прикладі вирішать наші слуги народу піти і показати, як добре, що автомобілі. І вони будуть джекпот зривати. Кожен депутат просто такий щасливчик. Суддя какой-то на Лексу. Посмотрите, все судді їздять Infiniti, Лексуси. Откуда деньги? Я виграв, а що таке? Я налог заплатив. Все нормально. И это настолько все примитивно, тупо. Я вот не знаю, как вот people have it. Вот честно говорю, я удивляюсь. Ну, сейчас карантин будут продолжать. Землю продали. Потом игровые автоматы ввели, до абсурда доводят, еще раз хочу вернуться, завода не построить не в состоянии, рабочие места дать не в состоянии, и не будут играть на уровне блефа, на уровне абсурда. Ты же понимаешь, как сейчас укладывается в университетах, кажут, например, что розвинуті країни, вони, їм не треба цих всяких заводів брудних, вони в країни третього світу скидуються. А там що? Може, ми якраз і є розвинута країна, яка ці всі брудні заводи викинула, бо у нас зовсім інший рівень економіки. Ми настільки розвинута країна, що нам не потрібні заводи і нам не потрібен Крим і Донбас. Ми суперкрутие, знаєте? Забирайте, государство не обеднеет. Мы разбрасываемся, нам ничего не надо, мы можем себе позволить. У нас все отлично, все нормально. Если они хотели построить Лас-Вегас на Украине, нужно, чтобы заходили мировые бренды. Те, которые занимаются казино, действительно профессионально по всему миру, как в Макао, как там, например, Ибица, Испания. И взагалі я бы прибрав бы це положення, що з країни-агресора не може виходити, приїжджати людина грати, тому що навпаки, ми б з росіян вот так просто ці гроші. Росіянам, які будуть проігрувати, ми повинні все обезпечити. Безплатне жилье, тільки приїжджай, проігрывай деньги.
Вот это, кстати... Бачу, не додумываюсь. Не, после нашего эфира они посмотрят, Кононович сказал, все, надо делать это. Ты что, это 100% они поправки будут вносить. Ну давай перейдем до іншої теми. Зараз чутки такі ходять, що Петро Олексійович готовить нам всім новий... Праздник к Новому году. Так, хтось би очікував нову якусь конфетку, новий торт київський. Ні, Майдан. А може торт вийде? Це чутки, це чутки. Як ти до них ставишся? Ну, я так скажу. Насчет порох Майдана, що Порошенко готовить, це дійсно реальність, і це дійсно має місце бути. Я вам зараз об'ясню логічну цепочку, і ви поймете, що це дійсно так і може случитися. Логічну цепочку і можна здати в амбар, щоб піти пограти в казино? Я думаю, можна, але не на Україні. Ага, я зрозумів. И в общем получается так, что на что рассчитывает Порошенко? Порошенко друг Байдена, ну по крайней мере он так думает, он слуга. Він взагалі вміє дружити з різними людьми, і з Байденом, і з Путіним. Дружба льва і овці. Ми знаємо, чим закінчується ця дружба. От на що розраховує Порошенко. Петро Олексійович лев. Ну так хочуть 25%. Ну, як із мультфільму лев, то все понятно, льова. І він розраховує, от зараз вибори президента в США. У нього надіжда яка? Демократы проталкивают Байдена, мочат Трампа, он президент, а я ж твой кореш, твой друг. И Байден приходит и говорит, ты давай там побурись, мне все закрути, всю эту тему мы убираем, а я уберу, Зеленский не уберет, а я хороший, я уберу. Ему народ Украины сказал, ты кто такой, давай до свидания. Там набрал 25%, и то 25% нету. И то всех неполноценных. Всех вот три зуба во рту пособирал, и этот электорат побежал за него голосовать. И вот у него надежда. Это так же, как американцы сделали демократическим путем через выборы, нельзя убрать было Януковича. Его смели через госпереворот. Зеленский набрал 70 с копейками на вранье то, что мир там и всякое другое. И люди проголосовали, Порошенко изгнали, грубо говоря, с Олимпа. И американцы понимают это, они не уберут и не поставят Порошенко, который будет танец живота исполнять на бис несколько раз, а может и постоянно. И Порошенко в надежде таком. Он сейчас, кстати, финансирует всех вот этих, собирает всех радикалов, отморозков, обиженных властью, потому что через силовые структуры СБУ они финансировались. Зеленский пришел, они своих подтянули, этим обрезали. И Порошенко их сейчас взял на котловое довольствие, есть такое в армии выражение. И сейчас они все возле него крутятся. Вот эти его цирки, выступления, шоу толстяка, который он проводит возле там суда, прокуратуры. И все вот эти люди уже начинают подтягиваться. И тут так, выборы, на что он надеется? Вот у него четкая линия, почему и он кровавого пастора, и подтянет потом и сектантов, а сектанты это самый дисциплинированный электорат, там и этот Мунтян сейчас, Адаладжи, все будут... У того ну, пастора. Це не Таня Мунтян. Ти... Ні, Таня нормальна. У нас Мунтяна много і ненормальних є. И вот он себе четкую линию проработал. Байден побеждает на выборах и дает зеленый свет. Все. И тогда уже начинает раскачиваться. Америка дала добро, хозяева там бросили там какую-то косточку. Тобто ты веришь, что все ж переможе Байден? Это все, знаете, вот шутки шутками, но это все реальные вещи. На что он еще надеется? Никогда не забывайте. Пенсии около 2000 и ниже. У миллионов людей на Украине. Весна, люди не успели посадиться. Особенно пенсионеры, малоимущие. Картошка, закрутки, закваски. Некоторые они просто не успели. Хорошо, если там есть дети, на машине подвезли. Или кто еще пободрее, там на велосипеде, на мотороллере проехал.
Или там переехал жить на дачу, вот его завезли туда, и он там ковыряется. Но миллионы пенсионеров просто физически не доехали до этих дач. Не закупили семена, но ни дизеля, ни маршрутки, ни автобусы ж не ходили. Это реально, что придет осень, что они будут, какой запас они себе сделают, никакого. Миллионы украинцев жили за счет... подработок в аграрном секторе в Европе. Это та же Финляндия, Прибалтика, Польша, самое главное, Румыния, Германия. Там вот эту голубику собирали, там все вот это. Они как, 2-3 месяца, 4 поработают, клубника, земляника, голубика, приїжджають к себе і живуть за ці деньги. Ну, ти підводиш до того, що в принципі такі протестні настрої, плюс земля, вони будуть. Але ж це не факт, що ці люди будуть підтримувати безпосередньо Петра Олексійовича Порошенка. Ну, вони просто будуть проти. Ну, як я розмовляв, я вам скажу, який факт. Пешко, він казав, якщо буде Майдан, то не буде антимайдана. Буде величезна кількість людей, яка буде відстоювати якусь свою окрему позицію. Сиграю так. Во-первых, дві речі. Не нужно переоценивать, что там говорят, украинцы такие умные, такие они про судьбы. Так. Такие это вот, но тем не менее у нас Порошенко, Зеленский, Янукович и Кучма и Ющенко. Понимаете, и все то же самое Киев. Киевляне такие умные, интеллигентные, два раза Леня Космос, два раза Кличко. И сейчас по всем рейтингам опять Кличко победит. Тут логической цепочки не ищите, ее не существует. То же самое и не надо переоценивать электорат вообще и украинский, как он голосует. Но это тоже безумие, сумасшествие. И то сыграет два фактора. Американцы дадут добро и деньги. Все, остальное лепи из биомассы, как говорила Юлия Тимошенко. Лепи все, что ты хочешь. И они эти контуры уже себе более-менее обрисовали и будут просто переть как танк. И даже если будет не Порошенко. Сейчас в толпе найдут любую говорящую голову а-ля Зеленский. Но руководить всем будет клика Байдена через Порошенко. Им не важно, Порошенко это не супер цена и не супер цель, которая именно вот он должен быть. Он хочет, а как оно пойдет, они его заменят в течение 2-3 дней. Вот в чем вопрос. Ну давайте тоді принцип перейдемо від наших питань до наших сусідів. Да, это очень да. Важно. І от кстати, хотілося б, да, щоб ти, твоє враження від того, що відбувалося в Польщі, тобто ми бачили, що президент Польщі, він відстояв свою позицію, за нього проголосувало трошечки на 0,8%, якщо я не помиляюся. Близько 2. Близько 2, да. Процент. Це, як ти взагалі оцінюєш, це добре? Що він не сильно, але переміг. Чи тут якісь складнощі з'являються безпосередньо тут, в суспільстві польському? Тут складнощі, опять же, Польща – це внешньо управляема країна. Польща – не самостоятельна країна. Це ви повинні наші телезрителі розуміти. Вона не самостоятельна ні в своїх рішеннях, ні в своїх політичних діях, ні економічних. Я вам хочу напомнить, что Польша и в Варшавском блоке была на дотациях. Советский Союз постоянно помогал. И Польша уже последние, грубо говоря, ну, можно сказать, 100 лет, ну, как она вот якобы там обрела независимость, там Польша Пилсудского, она никогда не была экономически самостоятельной страной и до сих пор. В чем проблема Польши и в чем она управляема извне из-за того, что они не в состоянии заработать на свою страну, сами на себя. Их финансировали страны Антанты, в частности Франция и Англия, потом финансировал Советский Союз, сейчас Евросоюз. И вот поэтому вот эти силы проамериканские, которые сделали ставку, как всегда, на национализм, на такой отдалделый пещерный национализм, и вот в Польше он и сыграл эту свою роль. Почему Польша, там боролись, между прочим... Вот на секунду хотел запитати, а может так и не так уже и погано, что они под кимось
знаходяться, але ж вони знаходяться під тим, хто дозволив їм зробити красиву країну з гарними дорогами, з можливістю, в принципі, не голодувати, заробляти, з можливістю наймати українців на роботу. Може, і нам є сенс якось знайти ту англосаксонську країну, яка нам допоможе. Короче, по-русски сказати, к чому ти ведеш? Найти собі жовтий панський чобіт. Чому жовтий? Може... Ну, він красивий. У пана жовті чоботи повинні бути. Може, червоні якісь? Може, і червоні, але нам треба пана. Це так же, як і полякам. Поляки знайшли собі пана. Я скажу насчет от пана і Польщі. Польщу зробили як образець Восточної Європи. Польщі спростили більше 100 мільярдів доларів. Нам вони ніколи цього не простять. Це люди теж повинні розуміти. Польщу зробили вітрина. Це для Білорусі, Молдови, Грузії, і от вони зробили з Польщі в 90-ті в нульові вітрину, і зараз розкачують нас. А от хочете жити, як в Польщі? Хорошо, Польща. Почему? Питання, а чому не зробили вітрину з Румунії, Болгарії? Ну, тому що поляки-славяне. Тут же ж... нужно несколько факторов играет, понимаешь? Тут очень тонкая игра. Западный мир, он не идиот. Поэтому они перевороты делают и раскачивали Советский Союз экономически и политически, что сейчас делают и с Украиной, и Россией, и Китаем. Они же играют, это же как рояль, тут много всяких факторов. И Польша это славянское государство, а вокруг все славяне и непростые государства, я еще раз говорю, и Украина, и Беларусь, и все остальное. Это не случайно Польшу выбрали. И Польшу выбрали и после распада Российской империи не случайно, и сейчас не случайно. Что происходит в Польше? Почему там такой фактор Германии? Почему Дуда кричал, вот вы хотите, чтобы немцы поставили своего президента, голосуйте за мэра Варшавы. Ну, типа там либерал, демократ, я не помню, как его. Який розмовляє англійською мовою і російською. Да. Русский хорошо знает. Забыл, как его фамилия, она немножечко тяжелая. И почему Дуда это говорил? А бачите, як добре, що все ж приміг Дуда, тому що нам дуже легко запам'ятовувати його ім'я, ну, і да. Ми знаємо, що його рідня, вона походить з України. Ну, там говорять, що він в УПА служив, кстати, не факт, ну і не факт, що це і неправда. Потому что Польша... Давайте это залишиться такой, да, мистерией. Да, идем дальше. Почему такой фактор Германии раздражитель? Вот говорят, вот смотрите, как ты говоришь, может нам там как-то перевернуться, пойти. Что в Польше происходит? Отток иммигрантов, почему они сейчас на Украину насели? Вы приезжайте, во-первых, Польша вся выехала. Каждый третий, вдумайтесь, медработник в Англии, это поляк. Каждый третий. И потом пугали польским пьяным сантехником во Франции, в Англии, в Ирландии. Вся Польша там. И молодежь не видит, что там они там показывают, как в Польше хорошо. Молодежь не видит себя в Польше, так же, как и Прибалтика. И на дотациях, и вся выехала. Все скуплено. В Польше, кстати, чтобы вы понимали, даже порты, причалы не польские. Все выкупил немецкий капитал. Машиностроение уничтожено, ничего нету, все работает на хлам из Европы. Поляки, они не самые первые в Европе по покупке дорогих автомобилей, немецких, итальянских. Они все везут хлам из Германии. У них нет ни промышленности, Польша та же латифундия, как и Украина, они все яблоки. Клубнику выращивает на потребности Европы. Такая, скажем, грядка тоже, Польша. Так что в Польше не так все лучезарно и прекрасно. Тоді скажи, будь ласка, ну так вже вкратце, треба завершувати потроху. Переміг Дуда. Да. І ми, в принципі, можемо розуміти, що ніяких таких суттєвих змін не очікується. Чи може він, коли прийде на другий термін, якось по-інакшому себе буде поводити? Нічого не поміняється. Україна створила, після перевороту 14-го року створилася як антиросія. Зараз США із Польщі роблять антиросію, це само собою, але головний удар буде наноситися по Германії. Польша 40-мільйонна страна, поляки роз'їхались.
по всем странам Европы Западной. И они там тоже формируют и влияют определенную аудиторию свою. И они сейчас будут противопоставлять Германии, Польшу, еще раз повторяю, большое по европейским меркам славянское государство, еще и с комплексом неполноценности. Потому что почему там победил национализм? Национализм всегда побеждает там, где у нации комплекс неполноценности. Так же, как и Гитлер пришел, так же, как и поляки проголосовали и подтвердили свой выбор. И национализм сам по себе, он не конкурентно способен, он ущербен. Что национализм украинский, что национализм польский. И поляки будут, знаете, США будут так похлопывать. Вы знаете, какие вы? О, ё-моё, там, что такие немцы? Это... А Украина это вообще, вы там давайте агрессивнее политику. Будут они, кстати, чтобы Украина понимала, они будут начинать более агрессивную политику на Западной Украине. И когда Польша постучат, похлопают и скажут, вы поляки, ого-го, вы с самими немцами бодаться будете. Они будут предъявлять претензии и к восточным кресам. Львов, Волынь, поверьте, это произойдет рано или поздно. И будут направлять. Будут, по крайней мере, поляки так понимают это. Они так, к сожалению, понимают. Добре. Ну, нам треба, в принципі, завершувати і перейти трохи до наших блогерів. Дорогі друзі, ми в рамках нашого громадського опитування продовжуємо цікавитись думками наших блогерів. Давайте подивимося, що вони нам сьогодні цікавого покажуть. Блогеры Украины. Депутаты приняли очередной закон, который, по их мнению, должен способствовать улучшению жизни простого украинца. Ну как же, 4 миллиарда гривен в бюджет обещают по этому закону. При этом говорят, что это, ну, чуть ли не панацея от всех наших бед. Я имею в виду закон об игровом бизнесе. Проголосовали таки легализацию. 248 голосов за. Вот так вот это было. Жали кнопочки. Ставлю на голосування пропозицію про прийняття в другому читанні та в цілому з необхідними техніко-юридичними правками проєкт закону про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор. Реєстраційний номер 2285-Д. Готові голосувати? Прошу підтримати та проголосувати. За 248 рішення прийнято. Да, вот так вот буднично и непринужденно проголосовали. 226 голосов дала фракция «Слуга народа». Ну, там формально два голоса нефракционных, но это Разумков и Стефанчук, понимаете, что это те же самые «Слуги народа». Ну, и докинули своих голосов группа «За Майбутнє» и группа «Довіра». Какие названия, да. Доверяйте теперь этим депутатам. Я, кстати, назову несколько фамилий. Например, группа «За Майбутнє» Дмитро Лубенець. Любит он там выступать от имени Донецкой области, рассказывать, как он защищает права простых украинцев. Запомните, Дмитро Лубенець. Вот он, его портрет. И еще один портрет хочу показать тоже. Вот смотрите, Сергей Шахов тоже любит рассказывать о том, как он выступает за простой народ, как он там за шахтеров луганских очень сильно всегда переживает. Вот когда в очередной раз это чудо будет переживать за луганских шахтеров, вы помните просто о том, за что он голосовал. Ну, еще фамилию назову. Помните такой Максим Бужанский? Он очень любит... выступать в защиту там, простого народа. Он всегда говорит правильные вещи, но вот когда приходит время голосовать за зашкварный закон, ну, например, закон о земле, то Максим Бужанский всегда находит зеленую кнопочку. В этом случае он тоже нашел зеленую кнопочку. Что характерно, его коллега по шайке Коломойского в «Слугах народа» Александр Дубинский, он зеленую кнопочку не нашел. Он вообще, согласно протоколу голосования, не отсутствовал на заседании. Кстати, этот закон подал тоже один из «Слуг народа», причем какая-то серая такая личность невзрачная, что наталкивает меня на мысль, что человек не является на самом деле автором этого закона, ему просто дали, он подписал и от своего имени внес. Ну, потому что к политике и к экономике большой человек абсолютно никакого отношения не имеет. Вот зовут его Олег Марусяк, «Слуга народа». И этот Олег Марусяк, ну, он какой-то там мелкий предприниматель из Калуша. То блогеры Украины.
Михайло, дуже дякую тобі за цю розмову. Я розумію, що всі ці питання, які хотілося б обговорити, на жаль, нам не вистачило часу. Але є можливість у тебе чудово разом з Олександром, з людиною, яка дуже схожа на тебе, чи ти на неї, я не знаю, ще не розібрався. Але у вас буде можливість під дахом КРТ рассказать все, что мы не смогли сегодня, да, с тобой. Дорогие друзья, смотрите передачу «Левый взгляд». Она в Ютубе выходит под крышей, как Саша говорил, и в прямом и переносном смысле телеканала КРТ. Мы там поговорим и о выборах в Беларуси, и много других тем. Смотрите нас в Ютубе. Все, дорогі друзі, з вами була програма ТБУ в новому форматі. Я сподіваюся, вам сподобалося. На сьогодні це все. Зустрінемося в наступний раз. Па-па. Воно небезпечніше, ніж СБУ. Для мозгу корисніше, ніж ПТУ. Великий вплив має, як НБУ. Про блогерів шоу. Дивись ТБУ.